Ни для кого не секрет, что в 91 году Советский Союз проиграл в холодной войне. И мы все с вами за эти 27 лет наелись этой демократии и свободы слова. Сегодня пришло время собрать всю волю в кулак и, как наши деды и прадеды, в 45-м победить врага. Чтобы решить проблему образования и дать знания нашим детям, мы должны быть свободны. Эта ситуация, которая сейчас существует в школах России, никогда не изменится, пока Россия не обретет суверенитет. Я хочу, чтобы русские люди, чтобы мои дети, внуки и правнуки устанавливали правила жизни на своей земле, и чтобы дядя Сэм не указывал им из-за океана. Я хочу, чтобы моя дочь знала историю своего рода и гордилась русской культурой. Я здесь, потому что я люблю свое отечество и хочу, чтобы оно было свободным. Всегда я чувствовал свою ответственность за то, что происходит в моей стране. И буду всегда бороться за счастье моего народа. Я русская женщина. Я воин информационной войны. Я понимаю своих русских мужчин. И я не хочу гражданской. И поэтому я здесь. И поэтому мирный референдум. Референдум по изменению колониальных статей Конституции – это не только путь к экономическому благополучию. Это решающее сражение в многовековой войне. Мы остановим ее победой на референдуме. Такого не было в истории. Мы остановим войны самым мирным оружием – ручками и голосами. Соберем подписи за проведение референдума по изменению нашей Конституции. Используем, возможно, последний бескровный шанс по освобождению нашего Отечества от колониального статуса. Лучшее, что я могу сделать сегодня для себя и для своего будущего, это собрать подписи за референдум. Я точно знаю, что, поставив эту подпись, мы вернем то, что принадлежит нам и нашим детям по праву рождения. Сегодня главное не остаться равнодушным, проявить свою волю и действовать. Мне 17. На референдуме я поставлю свою подпись за будущее моей страны.